Да. Мы остановились снять в национальном парке птички розовые. И крокодил плывет. Ушел. Красиво, много лотосов. Ехали мы через национальный парк на тук-туке и добрались до дороги к храму, вернее, к монастырю. Монастырь находится 800 метров идти по дорожке вверх между камнями, таким вот джунглям. Вот. Довольно-таки комфортные ступеньки такие, ну, можно идти. Но при этом мы не забываем, что мы находимся в национальном парке, живности очень много. По дороге проезжали много слоновьих троп. Крокодилов видели. Ух, как красиво. А вверху Будда стоит. Идем дальше. Вот мы добрались до следующего уровня. Есть такой храм в скале сделан. Мини-храмик. Убирают монахи здесь. Идем выше. Дорога вперед идет между камнями. Интересная такая тропа. Прям такие валуны огромные. Классно, интересный путь. Выходим с дорожки на небольшое плато. Ой, классно. Будда. Да. Старинная пагода. О, тут рыбы полно в водоеме. Прикольно. Да, красиво здесь. Да. Они все к тебе, да, их кормят. Красиво.
А, интересное местечко. И в ту сторону зрелище такое. Камни наверху, что-то стоит, старая ступа какая-то. Да. Ну, того стоит сюда подняться. Интересно. Вообще, вот так вот мы едем от храма. Дорога через джунгли. Вот так тут. Вот так вот 24 километра. Сейчас будем выезжать в национальный парк опять, может, чего-то из живности увидим.